Я вас вітаю в ефірі таємниці гросмейстера. Я Наталя Федорченко. І сьогодні наш гість Даніл Білих. Гросмейстер Даніл Білих. Сфера діяльності. Кіноіндустрія. Титул актор, кіно та театру, улюбленець мільйонів глядачів. Даніл Білих активно знімається в кіно, телесеріалах та рекламі. На його рахунку ролі у майже сотні кінокартин різних жанрів, як то комедія, мелодрама, детектив та навіть фантастика. У 2011 році в якості режисера зняв фільм Чоловіку которого била про актора Олексія Горбунова. Мета побачити весь світ, бути щасливим та зростати в професії, що стала справою життя таємниці, знає, як досягнути гармонії, зберігати позитив та бути затребуваним. І просто зараз Даніил вперше розкриє майже всі свої таємниці. Здравствуйте, Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Скажите, себя считаете гроссмейстером? — Нет. — Почему? Я не до конца понимаю значение этого слова. Но в жизни жизнь же не шахматы, вот. поэтому как я могу себя назвать гроссмейстером? Но я бы с удовольствием, я бы комфортно себя чувствовал, если бы э, там девушки называли меня гроссмейстером, вот режиссер, не не просто там Данька или Данил Георгиевич там гроссмейстер, вот. ну, звучит как Джон. Был бы у меня мотоцикл, я бы, может быть, да, взял бы такой псевдоним гроссмейстер. Как все-таки определились с тем, по какому пути будете идти? Неужели это с детства было? Это все э, от недостатка образования, вот. Всегда кажется, что да выйду на сцену или буду играть в сериалах, что там выучил текст, подошел перед камерой, все сказал, получил гонорар, да еще и узнавать на улицах будут. Вот. Конечно же, первоначальные мечты были именно такие. Вот. Особенно когда в школе не доучился 4 года. И пишешь, если вы видели мой почерк, вот. какими каракулями я пишу, с какими ошибками. Вот то, закончив 8 классов, да еще и последние два года в интернате исправительном, то куда? В артисты же только. В артисты Из взяли первого сразу? института меня выгнали, поступил, не было диплома, взяли, я подошел к Хуциеву, говорю, Марля Мартынович, вы меня берете, я вам нужен. Он посмотрел на меня, говорит, а мы вам нужны? мне так проницательный вопрос. Дайте мне сутки подумать, я вам <с завтра <с отвечу. Ответил я в феврале, как бы, как прогуляв пол половину семестра, ну, полгода, прогуляв, да, я снимался в каком-то фильме, вот, и прогулял полгода. Потом второй раз поступил. Вы знаете, вот я начинал мыть машины, автомобили. Подходишь с грязной тряпочкой к лобовому стеклу, вот и как бы, конечно же, водитель думает, что сейчас я буду мыть грязной тряпочкой его стекло. Он говорит, не надо, мальчик, не надо, держи денежки. Вот. И в этом и заключалась как бы вот интрига, что он понимал что и думал, что я буду морать его стекло тряпочкой, а я с этой тряпочкой специально подходил и делал вид, что сейчас помою. Вот. И как бы вот этот обман друг друга и приносил... Это какой возраст? Где-то класс шестой, наверное. Вот. Так что вот первые деньги были заработаны вот так. И, знаете, цитирую, как бы вот мы в лифте ехали, э, у меня там фраза была в фильме, когда я брал интервью у Юрия Одинокова, э, режиссер э, в Театре Франка. Вот, он про Алексея Сергеевича Горбунова, которого он знал с детства, сказал такую фразу, которую я так понял, такая она глубокая и философская. Говорит, а, потом, а потом он начал форцевать по-крупному. Вот хотела поговорить о предпринимательской жилке, она же у вас все-таки была почему не пошли дальше в бизнес а я вот навстречу на одну пришел такую как бы важную вот без барсетки без пиджака без рубашки вот и люди в мы сидели в кабинете вот, и как бы люди такие как бы подождите в этом кабинете такие слова не произносятся вот, а такое время было 90 и я понял, что нужно совершенно по-другому строить свою жизнь. Нужно одевать пиджак, рубашку, носить обязательно борсетку, говорить серьезные, обдуманные слова. А мне так хочется использовать каждую возможность встречи с людьми, чтобы пошутить. Вот. Когда осознали, что все-таки актерство это ваше, или до сих пор не осознали? Была бы какая-нибудь альтернатива заняться какими-то другими делами? в своей жизни. Я бы воспользовался этой возможностью. Вы же пробовали себя режиссером? Да, ни денег, ни славы. Чтобы выйти на тот уровень, чтобы иметь и какие-то составляющие успеха, О, тяжело, тяжело. Режиссер очень тяжело. Но. Для вас в работе, главное, что? Быстрее закончить и получить деньги. Прекрасно было бы вообще как бы так просыпаться, чтобы кто-то приезжал, ты расписывался, закрывал дверь и продолжал снимать. Нет, вы снимались еще участие в университете. Потом есть шанс либо в кино, либо в театр. У вас как это было? В театре вы, по-моему, недолго задержали. Мой курс показывался в разные театры. Вот, и у меня был очень яркий отрывок такой там с Проскуриной, дочь артиста Проскурина, вот, волки овцы. Ну, в, когда мы показывали в театрах, очень все смеялись, бурно реагировали. Вот. И мы начали показываться в театре. И показывались по каким-то там небольшим вначале студиям, театрам. То есть в Амхат я не показывался. Почему-то. Потому что ко мне подошел педагог, мой художественный руководитель. Данила, вам поступило прекрасное предложение. А я тогда показались мы в театр Джиграханяна. Он говорит, а соглашайтесь. А я думал, что я буду работать, у меня будет латунная табличка, где будет написано «Белых», вот, коврик от гримерки до сцены. Вот. Через пять лет я получу гарантированно народного, через восемь заслуженного или как там. Вот. И, короче, я почему-то согласился на предложение художественного руководителя дать дорогу другим и остался работать в театре. Я однажды на чтении новой пьесы, которую как бы принес новый какой-то режиссер, Джигарханян уволил Газарова, главного режиссера. Ну, не уволил, они что-то там по-армянски не поделили. Вот. И на чтении новой пьесы э, у меня так все в голове сложилось, я понял, внутри прозвучала такая мантра «Зачем?». Вот. Я встал, пошел к помрешке, говорю, а ну, какой документ нужно заполнить, чтобы уволиться? Она думала, что я шучу. Такая говорит, заявление надо писать, на 10 дней тебе придется отработать. Я говорю, давайте, где, что писать, как? А я написал, встал, вышел и такой, как хорошо. Вот так я ушел из театра, проработав, по-моему, два года. А сейчас понимаю, что, конечно, смотрю на артистов, могила, могила. Это вот братская театр, братская могила. Насколько выгодно работать в театре? Это если тебе дали квартиру, но это похоже на какую-то вот инвести... не инвестиционную, когда ты кредит берешь, и тебе там 30 лет нужно фигачить, чтобы за эту квартиру кровь, соки отдать. Вот, зато ты живешь в квартире. Ну, какая да. зарплата у вас в театре была? Ой, зарплата какая-то ничтожная была. То есть, грубо говоря, один, там, три съемочных дня составляла месячную зарплату. Вот, поэтому тогда было много сериалов, и мой мозг никак не мог понять, зачем я должен сейчас репетировать эту сказку, а тем временем меня группа ждет, чтобы я приехал и доснялся в этой сам в сериале. В кино вы всегда были востребованы. Здесь все зависит от точки сборки человека. Может ли он строить пространство? Потому что тогда, когда ты много шутишь, ты уже становишься тем самым объектом, для которого ты шутишь. И ты как бы уже как независимая система вращаешься. Вот. А когда дело доходит до приглашений, то ты сидишь, сидишь, ждешь, ждешь, а они не приходят и не приходят, эти приглашения. Вот. Поэтому как так выражить, чтобы приходили эти предложения и работы всегда было предостаточно, непонятно. Но были у вас периоды, когда вы были не востребованы? А, были чувствую, что есть и, наверное, будут. Когда вам поступают приглашения, как их отбираете? На все соглашаетесь? Да. Будь то реклама, сериал, фильм. Б, ä, будь то работа по профессии, я же так. как бы у меня. Ну, т... некоторые актеры же как-то пренебрежительно относятся к съемкам в рекламе. Это они например. так рассказывают. Да. Они так рассказывают, а потом плачут в подушку и такие. Э, почему я отказался? Например, хорошая... ваша работа в рекламном ролике одного из мобильных операторов очень клевая была ваша. Прекрасная впечатление работа. От этой работы? Прекрасная работа, очень профессиональная группа была, и операторский цех, и режиссеры, и как бы объекты. Я такого это самое как бы, таких красот не видел, мы объехали очень много объектов в таких красивых местах, снимали, вот. Прекрасная реклама, я тебе кухаю, да. Получилось. Отличается отношение к работе, когда съемка происходит в рекламе, в сериале, в фильме, или вы ко всему относитесь… Конечно, отличается. Ну, потому что это же кино, это вымысел, это сказка. Она должна быть хорошо технически подготовлена, вот. И тогда, когда на то, чтобы снять две минуты, затрачено… Там, не знаю, десятки тысяч э, условных единиц, вот, то, конечно, получается красиво, здорово, дорогие объективы, дорогая техника, вот, то есть э, дор дорого получается. Но это реклама, это для того, чтобы заставить человека что-то купить, чем-то воспользоваться, для того, чтобы человека заставить задуматься или к чему-то стремиться. Кто же будет такие деньги вкладывать? Многие зрители вас узнали изначально по сериалам. Первый был молодежный, это FM ребята Требуется грузчик? Нет, нет, нет. Ага. нет. Это не наш уровень. понимаешь? Мы рождены для более высоких целей. Там отвлекся ты, нет? Потом, ну, в частности, допустим, в Украине ваша слава укрепилась в фильме «Сваты». <свят> хотя ну, не самая главная роль у вас была, но вы там были заметны. Ваши отношения, ваш рост от первого сериала к этому, что изменилось в вас? Я не знаю, как к этому относиться. Может быть, это вот действительно тот самый рост творческий и вообще потенциала внутреннего как артиста. Потому что тогда мне приходилось 12 часов работать, костюмы, вот такие толстые пачки текста. А уже в сватах, вот представьте себе картину, я прилетел на самолете, меня поселили в шикарный номер. На неделю ты будешь в этом номере предоставлен сам себе, все включено, прекрасная гостиница, и в первый съемочный день ты так открываешь, а там фразах. Нравится? А, 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 а! Что я? И ты произносишь эту фразу, и все остальные. Белых Даниил как бы закончил съемки в Турции, всем остальным в мешках прыгать, сниматься по 12 часов под палящим солнцем. Всем как бы артистам. Добран Рау, Кравченко, вот, Артемьева. А ты закончил сниматься. И это ли не есть вот как раз тот самый рост тебя как художника? То есть раньше тебе приходилось фигачить, а здесь как бы пришел, увидел, наследил. Это уже ваш райдер? Или, или почему такое отношение? Это и есть, как бы вот, когда пространство откликается тем, что ты вместо того, чтобы неделю трудиться, отдыхаешь, наслаждаешься жизнью в Турции. Mm. Другой вопрос, конечно, зрители не особо увидели меня тогда в этой серии. Потому что я вышел, сказал одну фразу и ушел. Ну, почему-то не, не ты сейчас сам... Сейчас вы уже пришли к тем гонорарам, к которым стремились. Недостаточные? Вот сейчас я уже там года четыре не был э, в России и снимаюсь на Украине. Э, и поэтому, поскольку как бы э, гонорары уменьшились, как и у всех, вот, то, конечно же, мне хочется э, посмотреть в глаза каких-нибудь своих друзей, там Алексея Сергеевича Горбунова, чтобы... А ты, брат, как переносишь вот это вот состояние тогда, когда и работы нет, и денег нет? Это, конечно же, тяжело для артиста. Вот. Но зато есть работа. Может быть, генераров нет, но работы есть. Мы сейчас, вот закончили летом для канала ICTV с Матешка очень хороший проект. Сейчас закончили с режиссером Азаровым, который снимал про стадион Лобановского, фильм документальный э, для Снегурочки, мама для Снегурочки для компании Star Media. Вот. То есть, ну ничего страшного, возьму объемом. Вот. То есть, может быть, не деньгами, а какими-то хорошими ролями. Как вы относитесь к такому направлению кино, как фантастика? Очень мне нравится фантастика, но не страшная фантастика, чтобы не страшно было. Вы стали героем фильма ⁇ Мыслители ⁇ да. Недавно примера которого была. Как вы попали в фантастический фильм? Сразу ли согласились? Главный вопрос. Любишь ли ты его? Вы знаете, был сложный отбор, потому что здесь э, как бы роли практически они с закрытыми глазами определялись. Вот. Поэтому здесь не тот момент, что ты выбираешь роль, а что роль как бы находит тебя. Это первая работа в этом стиле в украинском кинематографе. Вы фильм как этот оцениваете? Я вот когда наблюдаю за современным украинским кинематографом уже в течение длительного времени, это заставляет меня чувствовать себя старым. Вот. То есть я вот чувствую, что, блин, годы берут свое, и я чуть-чуточку как бы не могу встроиться в этот как бы поток. Хожу на Одесский фестиваль, на молодое кино, и вот уже сколько лет я хожу, лет пять, э, и вот на, и, и, как бы прихожу с надеждой и ухожу как бы э, с надеждой. То есть ну, надежда остается. Вот. И все это, наверное, связано с вложениями, как мы с вами говорили про рекламу. То есть тогда, когда нет возможности, как бы, вот, молодые, как бы, мыслителей, творцов поддерживать, то кинематограф это такая тонкая штука. Здесь должен быть коллектив, вложенные деньги. Поэтому людей, которые знаете, проекты поддерживают, вот как бы это большая ценность, такие люди. Тогда, когда одна и та же аудитория смотрит кино, в которое вложены миллионы, а дальше как бы переключает свое внимание на продукт, на который там потрачены совсем небольшие деньги, конечно, тяжело ее заставить переключить свое внимание и как бы отвернуться от уровня какого-нибудь фарга и как бы посмотреть мыслителей. Только, только в этом вопрос. Вопрос в вложенных деньгах. Из Америки и Европы не поступали вам предложения? Вы знаете, я так чувствую, что они чувствуют, что у меня проблемы с этими европейскими языками. Вот был бы, владел бы я менталитетом э, европейских стран, конечно же поступали бы, наверное. Но я плохо. два их ну, может быть, на эпизод куда-нибудь. Я предлагаю вам короткий блинс. Давайте. Короткий вопрос от вас короткий ответ. Давайте. Соберитесь. Я готов. Вы счастливы? Да. А какой роли мечтаете? Длинный. Где-то серии на 100 с большим гонораром. Вы себя видите позитивным или негативным все-таки героем? Не без разницы. Возьмешь. Самая любимая ваша роль или знаковая в вашей жизни? Олег наркоман, я думаю. Мне многие люди, когда напоминают про эту роль, я вижу радость в их глазах и понимаю, что что-то как бы было. И что-то хорошее я принес в их сердца, если они с такой улыбкой вспоминают про эту роль. О чем мечтаете? Чтобы мои взаимоотношения с Богом были как бы прямые, четкие, чтобы из сердца ушла какая-то накопленная с годами со временем печаль или какие-то негативные моменты, которые омрачают вот твое взаимоотношение с чем-то бесконечным и светлым. Взаимоотношения с Богом, мне кажется, самое ценное, что может быть. Очень вот. много в ваших интервью и в интернете информации о том, что вы разведены. Удалось ли создать новую семью? Конечно, удалось. Я смотрите, какой классный. Сколько бы я ходил таким красавцем без нее. Сейчас работа есть? сижу в ожидании. Вы очень любите путешествия и постоянно о них говорите. Последнее место отдыха где были? Сейчас я где-то полгода прожил. Из этого времени я пытался освоить глубоководные погружения в Доминиканской республике, где-то возле Костырики и Доминиканы. Лас Галерас. Мне жена подарила на день рождения амуниции для подводной охоты. Я решил освоить. Думаю, а что, это же легко занырнул и убил рыбу и накормил семью. Тренировался, тренировался, поплыл с местным аборигеном. И понял, что все. Я ему и так и подарил потом все эти. Хорошо. Что вы кушаете на завтрак? Это что-то обычное. Помидоры, огурцы, шпинат. Что помогает снять стресс? Я стараюсь от этого состояния уйти, потому что стресс забирает много энергии и сил. Вот. Я стараюсь не нервничать. Хорошо, и тогда напоследок мне очень хочется совет от вас, актерам, начинающим или, может, тем, которые в застое, что делать? почувствовать вот это вот давление пространства, тогда, когда оно говорит тебе, нет для тебя места, нет для тебя работы. Вспомнить примеры истории, но на то ли 7, то ли 11 лет не снималось, вот, то есть полно примеров, великих артистов, которые умерли в таком забвении. Вот. Есть примеры гениальных артистов, у которых не было им ролей ни в театрах, ни в сериалах, ни еще где-то. Вот. Поэтому тогда, когда ты действительно с открытыми, распростертыми объятиями идешь вот на этот нож судьбы в отсутствии того, что вот по призванию тебе вот это написано, а нет для тебя места в этом пространстве... Что Откройся этому, откройся, почувствуй, до конца выпей большими глотками эту чашу и ты поймешь, что значит время хочет тебя видеть э, с другими мыслями, значит она хочет, чтобы ты занялся другими вопросами, другими э, знаниями, другой информацией, значит она хочет вылепить из тебя другого человека. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сберегайте позитив и хороший и уже за неделю, будет новая партия с новым гроссмейстером.